Им уже за 50, подумали вы? Нет, еще только 50 или чуть больше. И эти очаровательные дамы полны энергии и оптимизма. Их жизнь в буквальном смысле бьет ключом. Так может каждый пенсионер, убеждена Наталья Теплова. Ровно год назад она раскрыла секрет счастливой жизни, которую можно обрести даже на пенсии. Теперь Наталья и ее единомышленники точно знают, как найти свое призвание и быть нужными в своем серебряном возрасте. Меня пригласили сюда в творческие мастерские. Вот, но видя, что я еще, кроме того, что я умею вязать, что-то начинаю дальше делать, вот когда увидели, что я еще могу, оказывается, еще мастерить какие-то шляпы, вот, тут меня, конечно, пригласили уже историческое дефиле. Историческое дефиле, проведение мастер-классов по изготовлению игрушек и пошиву шляпок, участие в конкурсах и фестивалях, выступления на сцене. Что ни день, то праздник и открытие новых возможностей, раскрытие талантов, которые много лет ждали своего звездного часа. Эти милые леди в возрасте 50+, круто изменили свою жизнь благодаря проекту «Серебряные года», который накануне отметил свое двухлетие. Итоги этого периода оказались внушительными. Что мы из проекта все-таки переросли в социальное предприятие. Мы достаточно уже охватили количество людей, отработали технологии. Мы перешли на другой уровень и по каналам продаж, и по реализации продукции. Границы деятельности мастерских существенно расширяются. Игрушечное производство теперь осваивают и в Звенигороде. В планах также Нарофоминск. За год существования в проекте карьера Натальи пошла вверх. Теперь она старший мастер по пошиву игрушек по звенигородскому направлению. Мы делаем игрушки, и, собственно говоря, очень даже люди очень этим интересуются. Им очень интересно. Они теперь уже сами начинают что-то делать. Вот, они уже смотрят, нет, эта игрушечка уже простая, вот эту вот хочу игрушечку попробовать. За активное участие в развитии игрушечного предприятия Наталья Теплова и многие ее коллеги получили благодарности и подарки. Поздравить с днем рождения проекта пришли и почетные гости. Безумно мимимишные, красивые игрушки, которые вы делаете, они доставляют радость и тем, кто получает эти подарки от взрослых, это наши ребята. И вам, самим мастерицам, которые делают эти замечательные проекты. За столь короткий срок произошел стремительный рост популярности социального предпринимательства в нашем регионе. А эти энергичные красавицы стали просто звездами серебряного возраста. К 2023 году их производственная и творческая деятельность охватит и весь Центральный федеральный округ. Это амбициозный план из создателя проекта Светланы Налеповой. Ну а пока она активно продвигает его в интернете. Творческие мастерские проекта «Серебряные года» выходят на новый уровень. Теперь вот такими уютными, нежными и мягкими пледами могут обогреться не только одинцовцы, но и наши соседи-звенигородцы, и даже жители других регионов страны. Но на этом мастера старшего возраста останавливаться не планируют. Все самые великие свершения у них еще впереди. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».